друзья, всем доброе утро. Продолжаю свои трансляции. Сегодня хочу вам показать программу, которую наш президент Зеленський запровадив. Велике будівництво. Насправді ведеться велике будівництво. Ми зараз на Нікопольській трасі, яка ужасно було проїхати, невозможно. Зараз ведуться ремонтні дороги. Некоторі ремонтні роботи, извините, некоторі дороги вже зроблені, некоторі участки дороги зроблені більш-менш. Головне, що радує, то, що нет пробок. Пропускають дуже швидко. Ну, скажем одно, что все-таки работы организованы. Видно, что есть организация труда. Видно, что нормально делают дороги, более-менее качественно. Или даже, скажем, как на нас, такое качество дорог, как мы раньше видели, и мы считали, что то дороги, то сейчас это качество на более высшем уровне. Вот. Мы сейчас едем этой трассой. И таких пробок, как обычно при ремонтах, их почти нет. Можно спокойно проехать, можно ехать с той скоростью, с которой ты хочешь ехать. Можно спокойно обогнать машины, те, которые едут медленнее. И пробок из-за того, что делается дорога, почти нет. По крайней мере, мы едем уже час, пробок мы не встречали. Ребята только пришли на работу, организовываются, но потом мы будем ехать вечером, я вам покажу, что и вечером ведутся тоже работы. Вот участок дороги сейчас показываю, тот, который они сделали, у них работа складывается с двух этапов. Вначале они делают первоначальные вот такие вот дорогу, которую потом они будут равнять ее. И потом делать разметку. Срезают, обрезают и кусты расчищают. Делают так, чтобы обзор был для водителя хороший.